Минск и Исламабад расширяют сотрудничество. В Беларусь с официальным визитом прибыла парламентская делегация Пакистана. В столичном аэропорту гостей встречал заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов. В приветственной беседе стороны отметили схожие подходы и взгляды на современное мироустройство. Беларусь и Пакистан будут продолжать практику взаимной поддержки на международной арене. Укреплять взаимодействие намерены в политической, экономической и гуманитарной сферах. Предметно обсуждать возможные направления сотрудничества стороны будут на официальных встречах. Запланированы переговоры в Палате представителей и Совете Республики. Ну а сегодня у зарубежных гостей была возможность больше узнать о Беларуси. В программе посещения Музея истории Великой Отечественной войны. Это место не оставляет равнодушным никого. Трагедии белорусского народа прониклись и пакистанские парламентарии. Общаясь с журналистами, руководитель делегации выделил значительный потенциал для дальнейшего взаимодействия между Беларусью и Пакистаном, подчеркнув, что глубокое знание истории играет важную роль в налаживании и развитии сотрудничества между странами. Мы благодарны правительству Беларуси за теплый прием и за возможность познакомиться с историей этой страны поближе. Я много узнал сегодня нового о Беларуси, и меня шокировало количество погибших людей во время войны. Я буду читать больше о вашей стране, и когда я вернусь, расскажу о том, что я увидел и услышал здесь. Уверен, что это будет очень интересно для людей в Пакистане. Визит пакистанской делегации продлится 4 дня. Завтра пройдут ключевые встречи в парламенте.